Всем привет-привет, ребята, вы на канале Мультмикс, и сегодня мы опять играем в нашего милого робота. Он тут что-то делает со своим... со своей батарейкой, тут у него фонарь горит. Ну, в общем, давайте начинать. Мы остановились на 14 уровне. Так, посмотрим, что же нас здесь ждет. Здесь у нас опять батареечки, нам опять их нужно собрать, и нам нужен красный квадратик, чтобы его закинуть вон в ту штучку. Отлично, теперь нам нужно спрыгнуть вниз. О, это батут! Так, теперь нужно как-то с батута. И нам нужен вот этот красный квадратик, вот сюда его, на батут. Отлично, у нас все получилось. И мы переходим в следующий уровень. У нас 3 батареечки. Что же у нас здесь? Здесь у нас опять конвейеры, опять батареечку. Первая есть. Ой, там еще и зеленая жидкость. Это, похоже, кислота какая-то, которая съедает железо. Давайте нажмем вот на этот рычажок. Отлично. Теперь нам нужна вторая батареечка. Есть! Третья. Еще один рычажок. Сейчас, похоже, мы что-то включим. А, вот. Это красный квадратик. Сейчас он нам понадобится. Ой, он чуть не свалился, кстати, ребят. В жидкость. Вернее, в кислоту. И вот сюда на место его ставим. И прыгаем. Еху. На следующем уровне. Ну вот, и мы прошли на 3 батареечки. Что у нас здесь? О, ничего себе, тут у нас наш робот даже летать умеет. Что это такое? Это батут какой-то, это похоже тоже батут. Ой, нам не туда надо, вот сюда. Батареечка есть одна. Что еще нам нужно? Куда же нам дальше, ребята? Так, вот сюда. Ой, ой, я думала, там пропасть. Нам нужна еще одна батарейка. Вот, отлично. И мы ее собрали. И мы переходим в следующий уровень. 3 батареечки. Отличненько. А здесь у нас опять батут. И там опять кислота. И здесь нужно аккуратненько прыгать на этом батуте. Ой, и куда это он прыгнул? Куда-то не туда. Похоже, нам нужно нажать вон на тот рычажок. Чтобы... Да, ой. А, все ясненько. Все понятно. Мы переключили батут, и теперь нам нужен еще красный квадратик. Еху! А теперь нам нужно еще раз переключить батут, чтобы нас закинули в ту сторону. Прямо вот в этот телепорт. Нет, еще разочек. Ой, вот так. И... Прыжок! Йиху! И мы в следующем уровне, и у нас 3 батареечки. Здесь у нас опять ветер этот. Давайте-ка попробуем нажать сначала на рычажок. Поднимаем батутик, вернее, поворачиваем его. Уху! Еще один рычажок, и мы вот здесь батутик делаем. Теперь нам нужна еще одна батареечка. Так, нужно, наверное, выключить его, а то мы так и будем... Вот, вот сюда. Батареечка! Отлично! И на батут! Ой! Эх, что он не отключается? Вот! К сожалению, мы последнюю батареечку не поймали, и у нас 2 батарейки всего лишь, ребят. Ну, ничего. Так, уровни пошли уже более интересные. Так, нам сюда... Собираем еще батареечку. Так, а где последний? А, я упал. Так. Вот этот квадратик красный нам нужен. Забрасываем его сюда, на эту планочку. Теперь на следующую переходим. Теперь еще... Ай! Чуть не уронили. Сейчас... О, вот так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Мы чуть сами не упали. Переходим сюда. Теперь этот красный квадратик вот сюда. А теперь нам нужно как-то попасть в телепорт.
Это планочка. И прыгаем. Йоху. И у нас 3 батарейки. Отличненько. Так, что у нас здесь? У нас здесь опять планочки движущиеся. У нас опять конвейер. Первая батарейка собрана. Здесь у нас красный квадратик. Сейчас мы его вот на эту планочку посадим. Теперь на вторую. И теперь нам нужно его как-то отправить на конвейер. Ой, эй, ой, эй, 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 подвиньте уже. Вот сюда. На следующую планочку. Ага, отлично. Он на месте уже. Теперь осталось нам еще одну батареечку собрать. Вон ту. Сейчас мы прыгнем. Йиху! Ждем планочку. Перепрыгиваем на вторую. И мы переходим в следующий уровень. И у нас, похоже, 3 батарейки. Точно, ребята. А здесь у нас что? А, все понятно. Это какой-то лазер, убивающий роботов. Ждем, когда он перестанет гореть, и прыгаем. Теперь нам нужна еще одна вон та батареечка, но нам поможет красный кубик. И с него мы вот так вот, вот так раз, и запрыгнем. Ой! Мы проиграли! Первый раз мы проиграли, ребята. Да что за несправедливость? Ну, даже интересненько стало, потому что это уже более сложный уровень. Запрыгиваем сюда и аккуратненько, пока он не светится, сейчас пройдем. Йиху! Быстрее, быстрее. Ой, мы чуть опять не задели. Так, вот так. И у нас 3 батарейки. А где же телепорт? А, вот он. И мы переходим в следующий уровень. 3 батарейки, та-да-дам, та-дам. Нас подкинуло сразу в воздух, ничего себе, что это за уровень. Нам нужен красный кубик. А как же достать до той батареечки? Сейчас мы переключим рычажок, вот так. Сюда, ой, похоже, наш красный квадратик куда-то упал. Сейчас они нам помогут. Уай! А как же нам вас достать-то? Может быть... Вот так. Давай, давай, выбирайся из этой лавы. Промочили ножки в зеленой жидкости. Ну что, попробуем еще раз. Нажимаем, отключаем этот вентилятор. Так, вот сюда, может быть, попробовать с одной. Да, сейчас я прыгну. Ай! Нажимаем на рычажок. Конвейер, конвейер, прокати нас, пожалуйста, и наш квадратик красный. Теперь запрыгиваем аккуратненько за батареечкой и прыгаем назад. Ну вот так, у нас все получилось. Теперь сюда. И... Где же телепорт? А, он вон он. Так, ждем пока лазеры перестанут гореть. И перепрыгиваем. Переходим в следующий уровень. Так, и мы прошли на 3 батарейки. Ну все, мы прошли эту игру. Наш герой собрал кучу батареек и теперь может полететь домой. Но что это? Он принес не те батарейки, что ли? За ним гонятся его друзья. Что случилось? Да. Вот такая смешная робо-история. Как робот собирал свои батарейки. Ребят, если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые серии. Всем пока-пока, ребята!